говно. Добрые охоты. Да хранят. Лучше метку не на пол ставить, а на таргет какой-то, чтобы проще было ориентироваться, мне кажется, людям, куда сбегаться. Ну. А там в той суматохе, мне кажется, даже метка. Вообще просто за лужами надо смотреть, босс кидает лужи, заранее видно, куда они полетят. Не, ну если таргет, который, в который он кинул, там за ним пойдет. Давай, то есть... этот... ставь на СУ. Они по прямой идут. Там не, видно, они идут, 45 идут. Градусов между каждым. Не, ну да, да, каждым. Я на рендже стою, вот, например, я вижу, куда идут лужи. Но если отойду во время этой анимации, вот он сделал анимацию, я отойду вправо, то они все равно за мной пойдут. Не-не-не, это бред. Нет, так тебе, не тебе, так тебе, не на, тебе надо, блядь, как, именно когда она начинает вот разливаться, я вот в тот отхожу. Момент отходить. Потому что иначе она за мной пойдет. Это понятно. А тебе кажется, ты, она как выбирает, ну, изначально выбирает траекторию, так и идет. Там можно... Нет. Нет. Когда идет анимация сначала, блядь. В анимации, если ты начинаешь движение, блядь, она пойдет на то место, где ты остановился, как только начинает разливаться, блядь. Нет, я бегаю и постоянно доджу вообще урона. Ладно, все, все, пизду, даже доказывать не буду, нахуй, хорошо, блядь. Все, нахуй, считают так, ты единственный так, блядь. Давай поспорим, блядь, что я прав, я нахуй, это ситуация. Я стою и так делаю. Ладно, все, забей, ты, наверное, даже не понял, про что мы, нахуй. Естественно, генерал. Куда нам? Боже, куда мы лезем? Манчела, дай СС по Дермичу, Септик, дай СС по Арислину. Дермич, прием. Все, все готовы, отчет для... Крикни, Цинджун. Три, два, один, пул. Ханту кулак дайте. Ясно. Чё ты уже стоишь 3 секунды? Потому что похуй. Служу выходим. Дермич дайся в круг. Дермирмастера прохил. Пиздать? Он шипа в лужу очистится. Ресайте вы... Он тут вот? Пока не надо. Когда во фрейм станешь, пока не реснешь. Вместо него кто станет? Я. Я уже специально обходил заранее, чтобы перевихрь словить туда. К воротам. К воротам. И вот вы с Бентли стали вот на ту сторону лужи, а вот если на вас кинется шип, мы вас разбить, они смогут. Например, все, во фрейм стали. Во фрейм стали. Давай БР похитрее. На шипе, сейчас, секунду. Блять, он далеко, нахуй. Лужа не вставай. Ребафнули хан. Боже, блять. Где далеко, нахуй? Еще один, блять, нахуй. Это пиздец, блять.
Там лужа. Пошла. Тебе надо было серый его резать во время, я же тут стою. Да я резал, там лужи не было еще секунд 10. Да ну нахуй, блять! В пизду нахуй. Боже, блять. Все, иди, я не знаю, нахуй. Стой там вместе с соседом, я сам нахуй все поделаю. А вы его рот нахуй. Стоишь там рядом вместе с соседом на подстраховке и этот. Потом просто отрывом в рейд, когда он вихрь кастует. Магнали, Рыбухович. Еще на полмах. 300 бафа еще нет. На вихре, да, ты вместе вон с этим сисякой идешь в этот, блядь, ко всем. Райский вдох, вздох. Все, еще отдаю. 3, 2, 1. Зачем ты в центре стоишь? Ты хочешь, чтобы лужа в рейд сейчас пошла? Мне? Нет, ну а кому еще? Ну а куда я встану, блядь? Видишь, они две подряд идут. Ну так в правую сторону иди, в чем проблема? Ты сейчас, вот если бы на тебя сейчас... Ну да, если бы на тебя сейчас лужа прокнула, ты бы в рейд, блядь, шотнул бы просто. Она и так два раза меня прокнула, забей сам. Схандашип. Ладно, забей нахуй, ты не понимаешь, походу. В рейд быстрее, в рейд, хисяка. Ты дальше меня стоишь, успокойся. Боже, господи, нахуй, я тебя понял, короче, все нахуй, забей. Ладоши. Лужу, видите? Валентайн, кот, ты в лужу пошел. Шипы сейчас будут. Подошли быстрее во фрейм. Во фрейм. Валентайн один с МБР был. Шип сзади. Уже в рейд пошла. Падайте. Смотри, ты становишься в центр, если в тебя идет лужа,
Лужа идет в рейд. Ты прямо напротив босса стал, где весь фрейм находится. Абсорб есть у кого-то, линканите? Ага. Странный абсорб. Валанира еще меньше, что ли? А, сколько Валанира? Ну, Валанир у тебя 81 тысячу. 41 рублей. Ну да. 81 тысяч. 81, 108. Фулл баф дали быстрее. Зачем планов? Адель, а чё Адель? Три, два, один, пул. Шип сзади, шип сзади, быстрее, с меня срочно снять, сейчас вихрь будет, быстрее шип сзади спилил. Блять, яка нахуй. Почему ты трех не можешь нажать? Он не в меня чаржит. Он просто с вами выпал, далеко отошел. Ты, когда вихрь кастует, можешь во фрейм пойти, блять? Во фрейм, ебаный, а не спорить со мной, нахуй, когда, блять, я тебе просто прошу, нахуй. Хорошо. Спасибо, блять. Септик, что ты тут делаешь? Блять, вы, блять, во фрейм можете подойти после вихря? Хули ты, септик, тут стоишь, ёбаный в рот, блять? Почему ты бегаешь в центре, блять? Блять. Нахуя ты, вот скажи, Эдик, нахуй, в центре бегаешь? Объясни мне, нахуй. Надо было перейти с рамба, блять, я же не ртально телепортировать должен. Ну, блядь, ты в центре бегаешь. Ты если, блядь, пешком собираешься идти, если лужа прокает, нахуй, она идет в рейд. Ты, блядь, ну, либо ты, нахуй, как-то начнешь думать, либо, блядь, ну, это ты будешь просто вайпать, нахуй, сейчас. Каждый раз, блядь, людей в этой ебаной луже, нахуй.
развернулся и нажал отрыв. Все. Безумно. Все. Давай, у вас пул буду менять потом. Ебалый в рот нахуй. Погнали быстрее. Поехали. Настя, все еще отдаю на исходную сторону. 3, 2, 1, пол. Шипы залили быстрее. Лужа лево. Пошли. Лужа аккуратно. Шипы быстрее. Все по шипам сыграли. Резче. Эсбаунд, дай дермич. Во фрейм ставим. Шип сзади, с меня сняли. Быстрее. Блять, служа еще идет мне. Стаки, сука. Шипы сзади, соседа сняли. Маги сзади сняли, быстрее. Сосед, ты очень далеко стоишь. Я ложу его на... Зачем назад? Шип сзади. Шип сзади, с меня быстрее, сейчас вихрь будет. Быстрее, ребят. Шипы сразу заливаем, потому что будет вихрь. На маге шип. Шип сняли соседа. Сокрой реснин. К служу выходим. Ложный выпад, данжи. Даджи мастер, играй, блять, пожалуйста, по шипам, нахуй. Не бегай, блять. И ложный выпад нажимай. Это пиз... ну, это уже не смешно, нахуй. Надо гейм, и тотем будет. Когда во фрейм подбежите. Во фрейм стали быстрее. Во фрейм все резче. Шипы сняли. Прохил танк. В лужа, блять.
поздно, нахуй. Кто очень долго сбегают, они находятся на ранже, где примерно мы стоим. Да. Есть такое. Так, а в смысле сбегать, если он ошибку стоит? Так, там, когда нужно сбежаться, там лужа прям, блядь, просто... И там шип не всегда, там шип не всегда кастует. Не всегда, но сейчас кастовал шип он конкретно. Ну, типа, ты я говоришь, бежим, а он шип кастует. Я, да, не считался, но все равно лужа у вас идет. Падайте. Идите убить. Ну все равно, даже если такая лужа падает, я чуть не вижу проблемы из нее успеть выйти. Мне надо простоять 3 секунды, нахуй, чтобы сдохнуть. Ребят, ну, типа, самое главное, что вам усвоить, нахуй. Если вы поздно идете, блядь, через центр, блядь, через центр, к нему, вот как напротив его вот эти метки стоят, печенька, звезда, лужа пойдет через центр. Если вы поздно идете, она считает по дальним. И эта лужа идет, соответственно, блядь, вам надо будет тогда смещаться влево либо вправо. Если вы это не делаете, вы умираете, тот, кто не успевает сместиться. А из-за того, что, блядь, ну, поздно начинаете идти и идете по центру. Слышишь? Че, диван снимешь, резнешь, может? Нет? Скорее всего, так не получится, потому что он часто нас лужей рейд перекрывает. То есть, где танки стоят и где босс, между ними там одна или две лужи. Такое часто очень бывает, поэтому... Ну, сейчас, да, была, да. Но он шип кастовал, а перед этим Кирилл говорил, что, мол, в такой ситуации мы должны сначала разбить шипы, а потом бежать к боссу. Я лично стоял, ждал, пока докастуется шип, сломать их, побежать к боссу. И вот заходил, чекал в стрим, да, вот этих челов, Экзальт это или кто там, Мирмидонец или как, Мирман, Матумба 101, по-моему, да, в стриме. Что типа того. Что, они вообще стоят на одном месте, не двигаются там, босс. Ну когда... вот по этой тактике, которую мы тогда обсуждали. Мне кажется, это самая идеальная тактика. Ну, они, короче, вот как мы тогда делали, только они стоят ближе, танк и хант, да, ну танки и хант. И босс сюда-сюда вот так бегает и лужу... Ну, мы так и стояли прям близко. Они в квадратике. Вот весь рейд в квадратике получается. Вокруг них лужи. Да-да-да-да. Ну, там можно либо в квадратике вот здесь между стоять, либо сбоку, либо слева, либо справа, там типа ну под 45 углом, там, где хочешь можешь стоять. Типа, ну это идеальная тактика. Я не знаю зачем. Просто у нас была в прошлый раз проблема, то что мы там, ну, никто-то не успевал с РДД зоны выбегать, вот он на ренже стоял. И поэтому он стопался на месте.
и получается уже по таймингам. А там... Там есть бак-репорт, он, короче, стопается. Там люди писали, он даже вот когда они стояли по такой тактике били, иногда он стопался. Хз, почему? Понятно. Если бы меняли механику, то почти сделали бы ее нормальной. Беба, ты тут? Войд тут? Да. Иди на пало, потому что Настя плохо будет кончить. Это я что предложить хотел. Давай я ДКшником зайду своим. И прожимка будет охуенная там на 4-4. Да, чем отпала массакра хуже? Ну она 6 секунд, прожимка-то на 12. Я думал вообще... Сакра 10 секунд все только. Сакра 6. Ну 20%. Ну да, 6. Ну 20% 6, да. Ну так у ДК сколько процентов? Ну ДКшник, ДКшник пожирнее будет. Ну там 15, но ну, зато на 12, на 12 секунд. Ладно, заходи, похуй. А чё, Настюхе совсем хуёво? Я думал, она в ретрике прям ебашить сейчас начнёт. То ли я 12 тысяч, то ли она там даст. А, Криншкинг, он ещё больше даст, да? Давай я только быстрее заходи. А, загружаюсь. Все, собрались, блядь. Все, я надеюсь, поняли плюс-минус, что нахуй. Я от вас хочу еще раз повторю. Если вы долго сбегаетесь во фрейм, оно ищет по дальней цели. Если вы бежите условно, блядь, вот сюда где-нибудь через крест, блядь, центр, лужа пойдет в рейтно. Соответственно, вам надо будет сдвигаться влево либо вправо. После чего, блядь, когда вот этот человек все-таки добежит, эта лужа пошла через центр, она кидается либо вот где я стою около полумесяца, либо, блядь, за квадратом, где стоит сосед и хисяка. Чаттер, соответственно, ты... там оно вправо, либо влево может пойти. Вам опять нужно будет сдвигаться. Чаттер, ты плюс оно сейчас. Поэтому вы... через центр лучше не бежать. Вы с ромба идете, вы с ромба где-то должны плюс-минус и бежать. Сбоку. Если вы опаздываете. Кирилл увидел там бой, да? Да. Блять, во втором пати Серегдара нет. Так, что у меня по Эридарам? Криншкинг есть? Криншкинг разве не Эридар? Криншкинг, окей, да, сейчас, сейчас его закину. Так, Дермич, по кому истерию даешь? Почему? Ну, ты давай, я не знаю. Давай по Дредмишмастеру с пула. Угу. Дальше, не знаю, может, кидай на хантал. Ей плохо стало. Ну, она, может, вернет. Посмотрим. Если это ее. Адель тут? Хавай. Служуры клик на хп, не забывай обновлять. На исходной стали. 3, 2, 1, пул. Чего умерли? Ну так, а? Как думаешь? Кастерец, блять. Близко подошли, падайте. Нет, он сорвал. Сорвали. Котик, но... кот сорвал. Я сорвал? Гонишь? Мохнатый кот сорвал. Побалуйтесь таунтами в начале. У вас же 3 танка в начале. Просто таунты по кодену друг друга понажимайте, а потом пускай дремишь дальше станет. В чем проблема?
Я чуть-чуть приехал. До вихря, до вихря, до вихря вы таунтов 5 можете нажать. Нет, не дает тебе экспуни. Я вроде слышал, так на X3 делают, кстати. Может, он просто усиление не отдал магического оружия? Просто понажимайте таунт. В начале еще. Там один. Данжермастер лучше напуливать, он, допустим, например, в начале, например, на маничелу, чтобы он поршу закрепил под напулу. Нет, там ночевал, напул просто, я вот и спрашиваю. В меня напулили, что ли? Ну, я вижу, типа, маленький хитрый счевал, я спрашиваю, это типа допул был или это нынешний? Ну да, кстати, в чуваку, кстати, только сейчас увидел. Не сорвете вы, блядь, агрона, если они нажмут, блядь, таунт, нахуй, по очереди, блядь, и потом повторят, блядь, там агра будет, нахуй, столько, что ебать его в рот, нахуй. Два раза повторить, нахуй, и там, блядь, ну, пиздец, нахуй. Не сорвете в этом, все нормально будет, если они нажмут там. Таки кончились, у кого? Перемажьте масло. Рыбу хавайте, фулба в парень. Давайте без отхождений, я только что давал перекур. Ни одного плана нормального не было, блин. То в луже тохните, то еще что-то, блядь. А что, да? Исходные стали. 3, 2, 1. Пол. Шип сзади. Два шипа сзади, ребят, быстрее. Залили. Сокрой рестлинг най. Мы уже не стоим, вышли служим. Мы вышли служим. Прохил. Шипы сняли быстрее. Блять. Клю сокру быстрее, прохил. Ёб твою. Господи, ну сука, ну. Шипы сняли быстрее. Шип сзади. Эй, падайте нахуй. Я не знаю. Пизду, вы какой-то, блядь, ну, вы фрики нахуй. Я не знаю, как по-другому называть. Ну это пиздец, блядь. Блять, босс стоит, ну, блять, ну, он, типа, сейчас вот нормально вообще разливал лужу, типа, плюс-минус. Мы стояли плюс-минус все в полумесяце, блять. Разливалась лужа, блять, ну, он застанавливался на дуге, крест, блять, звезда.
Почему вы, блядь, не успеваете отходить с луши, это пиздец. Ладно, там в шипе, но прохиливайте. Там же не все хилы были в шипах, там только один хил был в шипе. По-моему, Юля, если я не ошибаюсь. Это... Где она? Слышишь, Кирилл, мы... Не, она сейчас глянет точно. Я на первом вихре дал, короче, незыбку. Нам чередоваться с Дюрмичем. А то только пала, ты просил. Я без команды дал незыбку. Смотрю, Дюрмич дает, дал незыбку. Чем могу помочь? У нас там, если через вихрь откатывается... Ты, твоя первая незыбка будет, ну а Дюрмича вторая. Я говорю это по ситуации, если сейф там прям дополнительно нужен. У нас еще два холипала есть, которые могут дать перед вихрем. Так а мы можем на каждый давать, Кирилл? На каждый вихрь давать сейф? У нас хватит. Ну так и надо. Так мы это ем на каждый вихрь сейф. Хорошо, можем два сейва давать за вихрь. Можно. Ну, воду вот разлив луж. У нас хватит. Нет. Начинай войд, короче, на первом вихре будешь давать. Эйсбаунд. Потом глю продлишь после эйсбаунда сокру. Дермич, ты на второй даешь эйсбаунд. Ну, вторая. Каждая четная, короче, вихрь. И райский ты продлешь сокру. А если на подстраховке, если что, я тебе, когда скажу дать сокру, то это значит, что реслин ты будешь давать. Давай так сделаем. Нет, первый вихрь, когда начинается, к третьему, первый, ну, первый, третий, пятый вихрь, это сейвы дают те же люди, которые первые дают. Там откатываются через вихрь. Адель, что там у тебя? Хоть один пул нормальный сегодня будет, но, блядь, соберитесь. Неужели вы такие фрики? Ну, это пиздец просто, я хуй его знаю. Шкаф тыкните. Да сейчас смоним. ДКшников захват просто по фану вкачали танки. Но когда мы бежим, можно захват хотя бы, а хоть раз за бой вызвать. Чтобы было полегче. Ну да, если еще сила, жестко будет. Адель, что тебе не хватает? Все, я вижу. Еще Адель. У меня спина закрылась, ладно, блин. Шип сзади. Шипы залили. Глю сатра где? Шипы быстрее. Левее троп встали. Сейчас вихрь заканчивается. Аккуратно лужи. На ханте и маги. Шипы сняли быстрее. Скейт, прожми, я тебя хилить не могу. Олей. Все нажали.
Кисяк не нажал скин. Сложная механика, надо 10 раз повторяю. На маге. Читер, если. Служи, выйдите. Не спать его. Ковер даже БР, по-моему, когда во фрейм станете. Во фрейм. Аккуратно, лужу. Гим-то там дай. Ковер дашь, БР? Серый, дай БР, пожалуйста. Только не в лужу. Трибафните ханта. Уйди с центра, уйди с центра. Быстрее снимем. Вихрь. Рибав дайте по ханту. Служу вышел рибав. Шипы снимаем. А сакру, да? Выйдите. Служу вышли быстрее. Прохил. Четкая сакра. Шипы сняли, шипы. Арестин, дай сакру, арестин сакру быстрее. Олень, блин. Дермича ковер, БР. Быстрее. Лужа сдвинься, блять, арестин сбор. Ну ёб твою мать, нахуй. Падать. Танк хранили, блять. Вот, Дермич, вспомни, что я тебе сказал. Хоть захват нажми. Ты сейчас опять ничего не нажал. Когда босса словил, хил на шипе, и когда все бежали к боссу. Нам бы много ДПС не хватило. А ты опять дохнешь. Мы 60 лямов снимаем за 5 минут. Типа. Не, 90. ДПС точно бы не хватило. Ну, я уже среднее высчитал, так примерно. Посмотрел, не хватило бы. Если еще и зекот посчитай. А не, чтобы на мы не бьем миликами на вихреш, блядь, пиздец, вообще никак. Ну, блядь, вот это елоза не, блядь, вот это вот в центре, ну это хуйня, по-моему. Тут очень много бегает, очень много. Тут либо, я не знаю, 10 ШП брать, 10 афликов, чтобы они тупо дотки кидали и за счет этого дамажили. Как бы таким кастером, как ЛМ какой-нибудь, я не знаю, там ну, очень тяжело. Угу. Вбивали по тактике, в центре стояли и на маленьком расстоянии танк и хан. Ну, там пихать складывал рандомного РТД, по нему 28-25 как ритм прилетало. Там не, ну, у них видите, были все по один с СМА в качестве, понимаешь? Тут понимаете, не даже живали. Если мы сейчас доведем до конца, мы не убьем. Вот в этом суть, то что типа, блять, хватит ДПС. Я к этому веду. Нормально даже не было. Потому что, ну по сути, в какой-то степени это сейчас бессмысленно, что мы делаем. Ну а сейчас на пуле никто не умирал в лужах? Ну вот когда мы били или ну, что? Я улыбнул. Ну с танком все равно, мы за 5 минут только что проблем. А нахуй с ним, давай попробуем чуть-чуть. Так, примерно сюда. И...
Ну так потому что здесь в 25 хм пришли люди, даже 10к не могут выжить. О чем речь? Ну, ты сам понимаешь, что это ребята. Что понимает? Ну, да, я на да, тут можно стопом. И чё, ну как бы здесь я не могу. Ну да, дай, там шип кинется, ну. Да не принципиально тоже. Ну, наверное, тоже есть 2 этажа будет. Чел, 10к да, хотя бы дать, это смысл. Ну? А это кто говорит? Это я. Да какая разница, кто говорит? Десятку, блядь, это минимально должны давать. Это прям вообще пиздец. Какая разница, кто говорит? Закройте рот, пожалуйста. Чтобы ты доставал нам. Причина была бы. Короче, сейчас будем сбегаться в крестик все. Дружно. Все будем сбегаться в крестик. Реслин, ты будешь сбегаться в печеньку. Понял? Поставь поближе, вот где я стою, вот сюда. Нахуя ближе? Он и так близко стоит. Его посередине должно прям быть. Феникс, а чё не в ромб? Типа мы меньше бегаем. Там, да, танк, показалось, который стоит босса, держит, будет вообще не двигаться то... почти. Нет, будем крест бегаться. ДКшники в ромбике? Да, ДКшники в ромбике. Будете рисним печеньку потом убежишь. Звезду я уберу, чтобы они не путались. Еще на полмар. Только сразу говорю, хисяка, сосед, сразу блинкуйтесь, как только начинается вихрь. Я в печеньку, блядь, быстро бегу. И только тогда, когда он, блядь, чаржнется, вы пиздуете все в крест. Быстро. Хорошо, спасибо. Короче, на полубах. Какую печеньку? Блядь, в крест сбегаетесь, еще раз повторяю. Крест, крест, крест. Изначально вы сбегаетесь во фрейм. Это будет где-то плюс-минус в ромбе. Поняли? А мы делаем, потом в крест. Ну, потом в крест, все. Можно было заговорить. Три... 2, 1, пул. Блять, конечно, локом это такой сидел. Ладно. Сбежали, сбежали, сбежали быстрее. Все, в крест, а хуйня. Хуйня. Сразу хуйня, нахуй. Не, почему нормально? Он лужу. На самом деле нормально. Ну, типа, вот сейчас он не нормально. Почему там кто-то вдалеке стоял? Ну, потому что бесприз стоит, нахуй, ну там. Ну, потому что, блядь, я выбежал туда. Хуишь, а нахуя ты туда выбежал? Ну, потому что там лужа была, лужа была в кресте, ну что, мне в крест стоять? Ну, блядь, все ж тут стоят, все ж тут стоят, все сдвинулись. Все сдвинулись, все стояли. Ну, ты это шел туда. Я вправо стрейфанулся, а они влево стрейфанулись, вот и все. Ой, поэтому я не хочу эту тактику, нахуй, вы потому что вообще не одупляете, нахуй, как это работает. Так, больше хуево кинулась лужа. Ну, отойди чуть влево. Там айсбаунд, сакра. Там есть. В чем проблема? Можно чуть-чуть влево отойти, там, в принципе, хватает. Ну, типа, я сейчас слева стоял, меня не дамажило нормально, как бы. Ну да, и милики били, кстати, так-то. Да все там стояли нормально, просто, блядь, ну, умер септик, получается, ну, на швепс отошел. Тут главное, чтобы вот люди, которые вдалеке стоят, не заслакали, и тогда вообще идеально пройдется это все. Да, миликом-то, миликом так заебись, что им там вообще. Блять, ну, чарнулся в другую сторону, блять, развернулся, им даже бегать не надо. Они стоят это для всех месте, будет заебись, потому что так будет нам легче шипы снимать. И те же самые кастеры будут меньше на шипах. Все будут на шипах меньше сидеть. Что мы все в кучке всегда будем стоять. Не, ну я не знаю,
Вот сдох один человек, и мы из-за этого сейчас мы упали. Мы друг друга уже запираем. Блин, вместо тебя. Ну, если бы точнее, упали из-за того, что он полетел не туда, куда надо. Сосед, а ты тогда чарлишься, ты скачок нажмешь печеньку, и потом сможешь отойти в крест? Я стал специально так. Ну, понимаешь, я стал специально так, потому что, блядь, ну, я не вижу, блядь, кто просто еще это может сделать. А чё, Ханта отрывал? Holy shit. Иди, holy shit. Сосед, ты справишься, сосед? Да, он Блэкич предлагает. Блэкич. Боится сосед. Тафлика встать на эту полную хуйню. Дай шкаф. Постоишь? Окей, ладно, хорошо. Тогда сосед. Шкаф, подожди. Или может Трейк все-таки оставить? Или милите сосед отправить тоже? Блять, ну это рискованная хуйня. Лучше в три чувака стоял. Фу, бам, дали. Не бухать. Так, все, я тогда в милизоне буду. Причина была. Настя, что тебе не хватает? Адель, Юль. Юль. Ждем. Сама знаете. Черт, сорчи на пору. Пришла им. 5 секунд еще на 3, 2, 1. Фу. Ну сбейте ёбаный шип, ну блять, просто минус. В пизду нахуй. Люди просто не жмут эскейп, поэтому не идет масс-урон. Так, чисто держу курс. Смага сбейте. Там вихрь сейчас будет. Готовься. Вихрь. Сбаунд. Крест побежали все. Хуёво, он чарнулся, он крест правее стали, правее. Блять, ну вот почему он чарнулся тогда? Кто там стоял, я не могу понять. Стойте, ладно. Скру. Вот теперь можно сместиться в крест такой. Да, в крест. Don't spike cast. Cast Jedi.
всех, дай бы. Кстати, сейчас нормально. Минус порч. Ну, сейчас под вихре надо кому-то встать от ворота. Печеньку. Три оставили. Нормально, крест пустые. Все в кресте, блядь, септик нахуй. Дэнджермастера прохил. Ой, как дохуя урона. Ну что, не может. Надо было чуть-чуть назад отойти. Что, не видят, что ли, люди? Не видят. Может, чуть-чуть, да. Поэтому эта тактика, блядь, ну, она сложная, потому что бобы, нахуй, этого не видят, нахуй. Может, все-таки под стеночку его попробовать? Это не в печеньку, а печеньку, типа, чуть дальше к входу подвинуть. Вообще, я бы вообще это прям... Ты понимаешь, если, блядь, мы дальше-то двинем эти метки, нахуй, вот сейчас... Значит, блядь, он будет останавливаться на половину пути, нахуй. И либо останавливаться, не доезжая до дальней метки. Ну, ты да. Понимаешь это или нет? Они стоят специально так близко, чтобы он останавливался конкретно в этих метках, в печеньке, в ромбе и разливал лужу. Это для тех, кто не понял до сих пор этой механики. Да я понял, но мне казалось, что если передвинуть печеньку дальше, то... Если он за 100 ничего, 500, просто ничего не изменит. Я понимаю, что может остаться. Не, оно ну, еще можно чуть-чуть дальше передвинуть, но типа все равно уже, знаешь, типа, есть шанс того, что он типа насрет раньше просто. Это, ну, чем ближе, тем лучше, так сказать. Но опять же, мы как двигали? Мы держали у ворот и вот внутренний круг. Как бы вот... Не, метки, я не знаю, ну типа я не вижу смысла метки переставлять, но так и должно стоять. Если бить так. Как бы он, вот эти волны пускает всегда по одной и той же траектории. Как-то, ну, там да, только вихрь. Вообще видеть, там, отходить да. От этого всего. Ну, Войда, Исбаунд первый, потом, ну, типа, Сакра, этого, Глю, дальше, типа, на следующем, ну, типа, по два сейва как-то проживать, ну, и прохиливать, по-другому никак. Забухать в лобу. Да леди никто не убьет, блять, она неубиваемая нахуй. Там не хватит ни у кого ДПС. 10 минут берса, блядь. Что-то я по привычке стал, блядь. 3, 2, 1, пул. Мага шип. Шипы сняли сзади, быстрее. Готовились, скоро быстрее будет. Есть. Печеньку. Не хочет, он чаржится. Куда вы побежали, он не чаржился еще. Теперь крест. Прохил шипы.
добить. Стоим все ровно. Должно нормально все. Сокруглю. Почему ты ее не дал? Блять, ну здесь что озвучивает нахуй или что, блядь, ладно, пусти. Шипы, эскейт нажимаем, не забываем. Быстрее шипы сняли. Блять, шип целую вечность нахуй. Минус порчу, 25. Крик на хп снижу. Обновляй, не забывай. Шип снага. Шип быстрее сзади сняли, справа речи, блядь. Ихарь. Крест там. Левее, 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 левее! Отойдите левее, чем не видно. Все, теперь крест, становимся нормально. Блять, пошла он уже греть нахуй. А на кого он ушел? Он на пета, что ли? Или на пета? Пета, кроме пета никого не было. Блять, походу, если бы он на пета бы чаржился, он бы на пета. Ну вот, смотри, вот он. Вот тут был. Ну и тут пет. Это мой или его нищело пет был? Не знаю, чей. Ну да, сейчас из-за чарджа опять-таки. Да не, он на моего пета вообще не агрится. Который... Ну он чаржился в бок. Почему? Вопрос. Там никого там, не кроме... было. Все стояли, ну, все стояли в кресте, все как надо стояли. Ну то он, скорее всего, не. Ну потому что дерьмич, потому что когда вихрь закончится, блять, чтоб вам ебало клипом. Чтоб тебе ебалом клипом одному не сломал. Рид, ваш вердикт, Ридиган. Нахуя ему в крест, не надо. Ладно, давай попробуем пэтов подставить в середину. Знаешь, чтобы они не бегали. По идее, за пэтом не должен был, если бы он бегал за ним, то как он у него бы чаржился. Блять, ну с петов-то такая хуйня, типа на самом деле. Ну да, они тоже ебнутся. А как не с петом? Они же на рейнже стоят. А если не жать escape на шипе, то ауешка не проходит, да? Я видел какого-то ебаного демона, господа! А септик? А-та-та-та! Это септик опять. Опять бьется, да? Походу. Он как раз убежал. Шипчик, а что ты делаешь? Ох, слава богу. Что ты делаешь? Вот, блять, вот тебя, твоя задача после первого вихря стоять все время в кресте септика. Что ты там делал, скажи, пожалуйста? Он ты у тебя, блядь, ну, я не знаю, ты не можешь с рейдом бегать или что? У тебя проблемы там, я не знаю, лево-право путаешь. Ну, скажи, я тебе метку поменяю, нахуй. Ну, уже заебало эта хуйня, нахуй. Уже реально бесит, нахуй. Заебись, нахуй. Причем я не первый раз уже тебе это говорил.